Медведев отдаст своему заместителю сразу два поста. Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов займет в новом правительстве сразу два поста, он останется главой Минфина и совместит эту должность с позицией первого вице-премьера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Как отмечает издание, в российской истории при нынешней структуре правительства такая ситуация произойдет впервые. В 2000 году два поста совмещал Михаил Касьянов, тогда он одновременно являлся первым вице-премьером и министром финансов. Однако на тот момент в правительстве было несколько первых заместителей председателя правительства. Позже две позиции совмещал Алексей Кудрин, вице-премьера и министра финансов. Представитель исполняющего обязанности министра от комментариев отказался. Ситуацию, при которой Силуанов совместит пост главы Минфина и первого вице-премьера, не исключил и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, Дмитрий Медведев, который был выдвинут президентом России на пост нового главы правительства и в настоящее время является исполняющим обязанности премьер-министра, предлагает Антона Силуанова на пост вице-премьера при сохранении, как я понимаю, позиции в Министерстве финансов. Об этом издание сообщает со ссылкой на пресс-релиз «Единой России». Медведев 7 мая назвал кандидатуры на посты первого вице-премьера и заместителей председателя правительства. Кандидатура Силуанова была предложена на должность первого заместителя председателя правительства. Также на посты вице-премьеров были предложены Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Максим Акимов, Алексей Гордеев и Константин Чуйченко. О назначении на новые посты нынешних членов правительства, и точка о первого вице-премьера Игоря Шувалова, а также и точка о заместителей председателя правительства Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева, пока ничего не известно. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.